Дорогие коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с открытием юбилейного сезона. Пусть, как все предыдущие, он будет ярким, пусть в зале у вас будет лучшая в мире публика, пусть самые талантливые авторы, успех, аплодисменты будут вашими вечными спутниками и в этом году. Ноночка, поздравляю с пятилетием работы на посту художественного руководителя. Желаю еще раз 10 по 5. И так, чтобы все любили, все помнили, все стремились. Потому что ваш коллектив, он один из лучших. Поздравляю вас! Поздравляю! Дорогие друзья, коллеги, все, кто служит в Московском областном театре юного зрителя, я всех поздравляю с открытием 90-го сезона. 90-го – это серьезно. Хочу пожелать, чтобы театр процветал, продолжал интересную творческую жизнь, чтобы в театре возникали интересные проекты, неожиданные, которые были бы интересны и маленьким зрителям, те, кто приходит в театр, и взрослым, которые тоже любят этот театр. Я очень люблю этот театр. Одно время приходила просто как зритель и получала истинное удовольствие. Потому что, когда я выходила из театра, то с таким шлейфом и возвращаясь все время к тому, что я видела. В театре спектакли эмоциональные, энергичные, заряженные хорошей энергией. Я люблю этот театр и счастлива, что имею к нему непосредственное отношение, потому что благодаря Ноне Валентиновне Гришаевой я работаю в одном из спектаклей. То есть я играю в одном из спектаклей этого театра, который называется «Карусель». Кстати, в театре еще один юбилей, 5 лет в этом театре служит и возглавляет этот театр замечательная, уникальная актриса Нона Валентиновна Гришаева. Нона, дорогая Нона Валентиновна, я хочу пожелать вам новых свершений в этом театре, и как актерских, так и всевозможных. Новый этап с вашим приходом в этот театр начался. И оставайтесь такой же, какой мы вас все любим. Творчески заряженный, не боящийся экспериментов, прекрасной, умной, красивой, доброй, замечательной Ноной. Спасибо. Всем желаю добра, радости, любви. Ваша Светлана Тома. Здравствуй, мой дорогой, любимый Московский областной театр юного зрителя. Мои дорогие коллеги, друзья, моя дорогая, любимая Нонна Валентиновна. Вы, конечно, будете смеяться, но я тоже когда-то был юным зрителем. И в моей жизни был такой театр. Не важно, что это было в другом городе. Важно то, что я по себе точно знаю, какое огромное значение имеет театр юного зрителя для, собственно, юного зрителя. Я вырос, а те спектакли совсем для меня не устарели, потому что они были поставлены и сыграны очень талантливо, так же, как это всегда делается в вашем театре. Наверняка кто-то сегодня еще будет цитировать Станиславского, его фразу, которую много раз потом перефразировали по разным поводам, но в оригинале она звучит именно так. Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее. Ваш театр это умеет. Я, конечно, успел посмотреть только небольшую часть огромного вашего репертуара, но то, что видел, просто восхищает. Восхищает и маленьких, и больших, и таких подстарковатых, как я. Вы молодцы. 90, конечно, это цифра, но по сравнению с большими и малыми монстрами, вы просто подростки. Я
Очень хочу, чтобы у вас все получалось. Так держать. Вы умеете радоваться и удивляться. Вы умеете открывать мир вместе со своим зрителем, какого бы возраста он ни был. Пусть осуществляются все ваши задумки. Пусть зал всегда будет полным, а лишние билетики начинают спрашивать за километр от входа в театр. А если позовете меня в любом качестве, я прибегу обязательно. С праздником вас, мои дорогие, и будьте здоровы! Дорогие мои чудесные друзья, Московский областной городской ТЮЗ, я желаю вам всего самого лучшего в юбилей, который вы сейчас переживаете. 90 лет, не каждый человек проживет такой этап. Ну а уж для театра это событие невероятное. Этот ТЮЗ родился в период, когда были новые события в стране. Ну и, конечно, душой театра является ее руководитель Нонна Гришаева, рожденная под знаком Рака. И это не случайно, потому что Луна, которая отвечает за внутреннюю жизнь, за душу театра, как раз связана с зодиакальным знаком Рака. Она близко к Солнцу Нонны находится. И поэтому Нонна и является наполнением души театра. Поздравляю вас, друзья, потому что год, который идет, новый сезон 90-й, принесет вам большие перемены. Они могут быть и сложные в зимний период, но они связаны с перестройкой. Также это будет и период прибыли во второй половине сезона. Время удачное, интересное и даже необычное. Всего доброго вам, друзья. Добрых вам и счастливых звезд. Дорогая любимая Нонна и все сотрудники, вся огромная труппа Московского театра юного зрителя, Московского областного театра юного зрителя, с удовольствием поздравляю вас с огромной цифрой. Это внушительная цифра 90. Очень солидно звучит, но тем не менее 90 сезон – это серьезно. 90 сезон в вашем замечательном театре. Я, конечно, понимаю, что он совершенно обновлен, и он совершенно не соответствует этой цифре, поскольку бывал в этом театре неоднократно и очень его люблю. Желаю вам оставаться такими же прогрессивными и яркими, ни на кого не похожими в чудесном, чарующем уголке столицы в Царицыно, куда хотелось бы всегда приезжать. Поэтому с праздником вас, новых интересных постановок и неугомонного руководителя, чтобы она по-прежнему оставалась такой же жизненно активной. Поздравляю! Дорогая Нона, я хочу поздравить с большим событием. Это 90-й сезон в любимом театре. Это большая цифра. Хорошо, что она не твоя личная. Хотя, я надеюсь, мы доживем и до этой цифры. На самом деле, я счастлива, что ты у нас есть. Я очень люблю твои спектакли. Я очень люблю то, какая ты в спектаклях. Я наполняюсь тобой. Я смотрю на ту пьесу, о которой ты рассказываешь, и которую ты играешь, твоими глазами. Я чувствую ее твоей душой. Я погружаюсь в те детали и нюансы, на которых ты ставишь акцент. И это очень важно, когда кто-то может так деликатно, красиво провести от начала до конца. И я счастлива, что ты у нас есть. Как только вернусь, так сразу к тебе в театр. Поздравляю от всей души. Дорогие актеры Московского областного театра юного зрителя, дорогая Нонна Валентиновна, я от всей души поздравляю вас с открытием юбилейного 90-го сезона, который открывает Московский областной театр юного зрителя. Также хотелось бы поздравить вас, Нонна Валентиновна, с тем, что вы уже 5-й год возглавляете этот театр. И с вашим приходом, это я знаю не от вас, и не от вашего супруга, прекрасного режиссера Александра Нестерова, театр с вашим приходом стал очень посещаемым. Сейчас достать билет на какой-нибудь из ваших спектаклей стало проблематично. Так вот, хотелось бы пожелать вам, чтобы вы расширялись, чтобы народ и зрители ни в коем случае, народ и зрители ни в коем случае становилось меньше, лишь больше, больше и больше.
Огромное спасибо вам за доверие, за то, что мой спектакль идет, спектакль с моей музыкой. Дорогая Ноночка, вот и подходит к концу август. А это значит, что очень скоро нас всех ждет открытие твоего прекрасного театра. Скажу честно, что в прошлом году, посмотрев несколько спектаклей, я была удивлена. До сих пор не могу забыть спектакль «Пять вечеров», прекрасную «Чайку». И, конечно, я уверена, что новые спектакли будут такими же замечательными, будут такими же познавательными. У тебя прекрасная семья театральная, у тебя прекрасные актеры, которые очень любят свою профессию, очень любят тебя и очень любят свой театр. Я от всей души желаю вашему театру процветания, с нетерпением жду открытия, обнимаю тебя, целую и очень надеюсь, что наш с тобой спектакль «Людмила Горченко не гасилась» ждет триумф, и мы будем светить еще долгие